Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзор вскрытия вот такого вот замочка электронного, фирма Defiant. Замок мы уже этой фирмы открывали на моем канале. Вот, и давайте посмотрим, что конкретно здесь можно с этим замком делать. Значит, класс защиты 3. Значит, можно выставлять задержку от 10 секунд до 99, 10 комбинаций можно вводить. И имеет пожизненную гарантию на дефекты. Так, здесь имеются размеры этого замка. Ну, а это все то же самое. Производитель Тайвань, но замки очень распространены в Канаде, и в основном все сейчас перешли на электронные замки. Давайте мы распакуем, посмотрим, что у нас здесь имеется, и попробуем открыть этот замок. Так, здесь у нас, по идее, должны быть ключики. Да, есть ключики. Такие вот засовы. Указан верх. Засов можно этот удлинить при необходимости или наоборот укоротить. То есть все это делается путем поворота. Значит, здесь имеется у нас такой вот вороток, который выдвигает и задвигает ригель данного замка. Так. Это мы давайте сразу положим обратно в ключик. Нам это не нужно. Чтобы мы не потеряли. Теперь вот такая вот электронная приблуда, сюда устанавливаются батарейки, 4 пальчиковых батарейки. Это нам в принципе тоже не нужно. Единственное, что мы здесь можем проверить, это вскрытие его с помощью каких-нибудь электронных замыканий. Но это не сейчас. Так. Книжка. Ну, в общем, как собирать, как устанавливать. Это мы тоже, наверное, рассматривать не будем. Вот так он здесь прикрученный. В картонной коробке. И давайте мы, наверное, будем открывать его именно в этой коробке. Как раз у нас тисочков нет. И мы можем установить вороток, не вытаскивая этот замок, и попробовать его открыть. Значит, для вскрытия я буду использовать натяжок. Давайте возьмем этот натяжок, ладно. И попробуем открыть этот замок. Открывать его буду вот такой клюшкой. То есть, как мы помним из прошлого видео, если кто-то смотрел, пины здесь точеные, и поэтому мы попробуем открыть этот замок через попадание в ловушку. То есть попадем в ловушку, увидим, какие пины
Потом нам необходимо убрать, и потом уберем эти пины и вскроем таким образом этот замок. И мы видим, как цилиндр немного переклонился на 11 часов. И давайте теперь мы найдем пины, которые мешают нам провернуть этот цилиндр. При надавливании у нас эти пины будут приводить цилиндр в движение. Оп, и мы видим, как мы открыли этот замочек и сделали полный оборот. Теперь давайте мы сделаем то же самое еще раз, но в другую сторону. Так, делаем натяг по часовой стрелке теперь. Давайте мы все сделаем то же самое. Попробуем поймать, подловиться на точенных пинах. Оп, мы видим, как цилиндр немножко поддался и сдвинулся в сторону одного часа. Итак, давайте мы сейчас так же само попробуем пройти и найти необходимые нам пины. Вот я вижу первый пин, он приводит цилиндр в движение. Я потихонечку, оп, его надавливаю. Так, один пин есть. Оп. Далее, второй пин. Третий пин. Нам необходимо взять клюшку с более загнутым носиком. И мы видим, как мы повторно открыли этот замок. Ну, замки, конечно, очень хорошие, очень красивые, удобные, как говорит производитель, надежные, и можно их смело устанавливать на ваши домашние двери. Вот, если вы хотите себе приобрести такой замок и в дальнейшем использовать все и в дальнейшем использовать все его преимущества, покупайте, пользуйтесь. В общем, на этом, я думаю, это видео можно завершать. Если оно было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Пока замок еще находится у меня, я его не вернул, вы можете написать, если что-то будет интересно, я смогу что-нибудь посмотреть в этом замочке и рассмотрю, возможно, в ближайшее время его электронную часть, если есть какие-то варианты вскрытия его через электронный циферблат. Я также, возможно, сниму видео и покажу это на своем видео. Хотя, в принципе, эти замки довольно-таки быстро, как вы видите, открываются через замочную скважину, поэтому в отличие от замочка фирмы Weiser, мы также рассмотрим в ближайшее время эти замки. Я купил уже замки подобного плана, тоже электронные. Вот. И, в общем, я думаю, в дальнейшем будет много интересных замков.
Всего хорошего.